Всем привет, друзья! Мы продолжаем с вами проходить игру Made in Abyss, или же, как она еще называется, Созданный в бездне. В общем, извиняюсь, в прошлой серии мы все же, как-никак, но еле добрались до лагеря искателей. Вот, и сейчас, точнее, идем к нему. Вот, так, почему-то громко. Вот, у нас уже контрольная точка. Если нас сейчас еще птица не собьет. Так, и у нас что-то мало еды, да? Нам надо поесть. Так. Is this the right way to seeker camp? Yeah, we should be able to see it soon. I told you I know where we're going. И, возможно, мы даже сегодня закончим эту игру. Мистер, а, мастер, что-то приближается. Это два человека, один красный песок, а другой не похож на пещерного налетчика. Итак, мастер, готовить гондолу? Хозяин, вы... А вот, путь сюда был нелегкий. Так, ёжиков мы не трогаем. Вот, ёжики безобидные. А на Рега не обращаем внимания, Рег у нас немножко больной на голову, а точнее умственно отсталый в этой игре. Так, я надеюсь, проклятие сейчас не повлияет. Так. It's really quite high up there. So that rat's still alive. А вот наша Озан. Вот она. Собственной персоной решила явиться. Она возвышает. Кто возвышает? I bet she is over 2 meters tall. Держу пари, что она выше 2 метров просто. Her hair. Ее волосы. Как ей удалось их так уложить? That, кроме того, там есть белый свисток. Эта женщина должна быть белая свистулька. Неподобная Озен, вот там такое, повелитель Озен. Ух, я... Меня зовут Рика. Я знаю. Ты ребенок Лайзы, верно? Вы должны быть Озен, да? Верно, я Озен. Ну, не будем стоять и болтать. Пойдем наверх. Рика, ты в порядке? О, боже. Молодец, что выдержал. Восхождение. Несмотря ни на что, напряжение здесь несколько мест, что-то там, я подозреваю, что это все еще тяжелое для детей. Короче, она сказала, что для ребенка типа восхождение это что-то там тяжелое. Как грязно. О, я вижу, что мальчик чувствует себя хорошо. Да, я в порядке. Следуй за мной. Я буду слушать ваши истории здесь. Так, путешествие по второму уровню выполнено. Хорошо. Гостевая комната. Так, погоди, Озен, да я посмотрю, что есть здесь.
Нет, друзья, слушайте. Вот в этой комнате реальная детализация хорошая. Кто бы там что бы ни говорил. Ладно, давай поболтаем. Озен, ну, спасибо, что спасли меня. Я слышала о том, когда я родилась в бездне, меня поместили в сосуд, отталкивающее проклятие. А потом вместе с моей матерью вынесли меня на поверхность. О, это да. Это да. Эта штука была тяжелой. По пути я часто думала о том, чтобы просто бросить тебя. Да, Озен, как всегда, в своем репертуаре. Это действительно возвращает меня назад. Нам даже пришлось оставить тот драгоценный колокол. Эй, ты красный свисток, верно? Вы должны знать, что вам нельзя приходить в такое место. Ну вот, видите, меня позвала мама. Вот поэтому мы с Регом идем на дно бездны. Рико. Правильно, Рег. Не надо все рассказывать незнакомцу. As soon as I ask some things about my mother, we'll be gone before you know it. So please. Как только я кое-что спрошу о своей матери, мы сразу же уйдем. Раньше, чем ты успеешь. Так что, пожалуйста. Oh, so понятно. Итак, это все? И ты считаешь, что это позволило тебе приходить сюда? Простите. Тем не менее, меня очень интересует, как красный цветок умудрился преодолеть весь этот путь сюда. Ну как? Yes, master. Да, мастер. Listen to what these kids Послушай, что говорят эти дети. You want me to do that? Так, вы не хотите, чтобы вы хотите, чтобы я это сделал? It should be easier for kids to talk to Детям должно быть проще разговаривать с другими детьми, верно? I still have some things У меня есть еще кое-какие дела, понимаете? Я выслушаю вас завтра. Make sure to really give your bodies a scrub. Не забудьте, хорошенько вымыть свое тело. Я не уношу, как сильно от тебя пахнет блевотной. В таком случае, подожду в купальне. Я пойду купаться. Надо стать красивой и чистой. Понятно. А, так. Переместить. Не, чё, комната, друзья, красивая. Так, хранилище. Так, ну-ка. Так, это купальня. Слушайте, красивое место здесь, друзья, согласитесь. Ладно. Пожалуйста, используйте эту комнату. Ванная там. На самом деле она используется для мытья реликвий. Текущий минеральный источник. Я пойду первой. Я стану красивой и чистой. Рег, я знаю, что ты робот. Но в тебе есть что-то странное. Пока Рика не сказала мне, я думала, что ты человек. Я даже не считаю себя роботом. Что я вообще такое? Ты модифицированный человек, так скажем, новая раса, понимаешь? Way, Marouk, Кстати, Марлук, ничего, если я буду тебя
что-то там. Yes. Да. To tell you the truth, честно говоря, я... Честно говоря, я тоже нахожу кое-что странное. Дело в что? Дело в том, что на тебе надето... Ага. Ну, вот что... Вот что хозяин хочет, чтобы я... Понятно. Значит, тебе тоже тяжело. Кажется, у нас обоих свои проблемы. А да ладно, Рэг. Со мной не делали ничего такого плохого. О, я вижу. Вы двое хорошо ладите. Как дела? Мне больше не воняет, верно? Да. Ты хорошо пахнешь. Марук, ты примерно моего возраста. Ты, но ты уже синий свисток. А, ага. Обычно... Обычно вы не можете стать синим свистком, пока вам нет 15. Но похоже на то, что я являюсь личным учеником белого свистка. И это делает для меня... А, делает меня особым свистком. Сразу после того, как я попала в аварию и потеряла... Семью, я так полагаю. Озан нашла меня. И приняла. С тех пор я здесь. Вот все же, сколько мы уже эту игру проходим, но мне так непривычно читать. Вот эти вот, вот этот шрифт. Капец, как непривычно. Вы не планируете... Ты не планируешь возвращаться на поверхность? Я чувствительна к солнечному свету, так что... С тех пор, как хозяин... Как хозяйка... Ну, ладно, хозяин нашел меня. Она взяла... На себя роль... стражи лагеря, искателя. Таким образом, мне не нужно... Все время возвращаться на поверхность. Объяснение. Объясняет она. Помимо. И, конечно, об этом должна быть доля правды, но хозяин действительно заботится обо мне. Она кажется немного пугающей. Она действительно хорошая, да? А, правда. О, я знаю, Рикер. Я пойду спрошу хозяина, все ли... Или что-то там. Но не хотите ли вы здесь остаться подольше и заняться здесь? Что? Неужели все будет хорошо? Да. А, дети моего возраста пришли сюда впервые. Мне бы очень хотелось больше поговорить. Я тоже. Я бы тоже так хотела. Окно... Простите, Маму. Моя мать на дне бездны. Я до сих пор не знаю, как она поживает. Да все нормально. И так не знаю, торопиться или нет. И так как я не уверена, мне нужно спешить. Это так. Тогда давайте сегодня немного поболтаем. В любом случае, это то, что мастер приказала мне сделать. Ага. Понятно. Иногда порой так тяжело вот этот текст читать. А, уже утро, да? Да ладно. Доброе утро. Я передала вчерашний разговор. Передала вчерашний разговор хозяину. Когда я это сделала, она сказала, что ей нужно кое-что обсудить с вами. Поэтому она хотела, чтобы вы пришли к ней в комнату. Понятно, спасибо. Так, ну давайте переместиться.
комната Озон. Вот плохо, что в игре нет вида от первого лица. Вот, конечно, от первого лица мне казалось, было бы вообще тупо. Хотя, без понятия. Так, ну давай. Эй, ты хотела все услышать? Эй, ты хотела все услышать, но готова ли ты это принять? А ответ тут влияет, готов принять или конечно. Ничего особенного. Именно так, как это звучит. Рика, у меня плохое предчувствие. Думаю, мы должны немного лучше подготовиться. А. Ладно. You wanted to hear everything. Конечно. Можешь рассказывать мне о моей матери. Нарук рассказала мне о вас двоих этим утром. Просто для подтверждения. Вы пытаетесь идти по следам матери, правильно? Да. Мне мама позвала. Белый цветок Лизы. Возвращен. Она мертва. А ваши поиски матери заканчиваются здесь. Да ну? Озон, почему ты так говоришь? Но мать зовет меня. Это письмо. Это не почерк Лайзы. Ага. Я не знаю, как такое туда попало. Но Лиза не стала бы писать такое даже в шутку. Но... какова была причина, по которой ты снова стремишься к одной преисподней? Я хочу пойти и проверить сама. Кроме того, как насчет связи между Регом и таинственной фигурой? Упомянутое в письме. Охо, я понимаю. Дело не в том, что ты заметила, а в том, что никто тебе ничего не сказал, да? Что, о чем ты говоришь? А теперь взгляни на это. Is incredibly complex. Seems to be at least a grade 2 relic. But а это Рика, тот сосуд, который тебя спас. Right. It's not listed. Лиза bought it herself before it could be auctioned off. I'm the one who carried it here, though. Could this be the curse repelling vessel? Именно он. You're half right. Когда живые существа, когда живые существа, которые не могли совершить что-то там глубин, были помещены внутрь него и подняты наверх на, восхождение не повлияло на их. На них, но они выжили, поэтому он и получил такое название. Но на самом деле это не так, а? На самом деле, все, что находится внутри, по-прежнему проклятие и умирает. Однако, труп внутри начинает двигаться. Благодаря тебе я поняла это.
Знаете, вы бы... Ты бы была мертва. Stillborn? А, мертворожденный, во. Right. I shoved you inside there because you were a real nuisance. Я затолкала тебя туда, поэтому что ты была... На настоящий не... But somehow, не при что-то там, но каким-то образом ты начала двигаться. What I mean is that я имею в виду, что ты ходячий труп. With that said, don't you think it would make sense for после you to сказанного, return to being a corpse at any moment? Не думаешь ли ты, что было бы разумно вернуться в труп в любой момент? Hey, how long are you going to last, I wonder? Интересно, сколько ты продержишься? Why? The things you're saying... То, что вы говорите. It's about time you get the picture. I despise you. Пришло время получить картинку. Я презираю тебя. That's enough. Достаточно. What is что it, такое, you нет, child? Дитя? Дитя бездны. Your story is quite ваша история весьма интересна, но не причиняйте Рика больше вреда, чем вы уже причинили. Как-никак. Как-никак. Посмотри, ты ведь действительно... Незрелый Озен. Я часто слышала об этом. Эй, есть ли у вас представление о том, что такое бездна и что такое ах? О чем вы, друг? Видите ли, люди вокруг на самом деле не верят в Бога. Вместо этого, знаете ли вы, что они верят? Во что они верят? Ответ в этом месте. Сама бездна. Именно потому, что они... Именно потому, что дно преисподней неизвестно. И потому, что его боятся. Оно имеет право стать Богом. Если бы было легко спуститься вниз и вернуться наверх, потерялось бы до основания. Причина, по которой абады, что такое абады? Причина, по которой бездны не внесены в каталог, не в том, что они были обнаружены. Потому что они не должны существовать, понимаешь? Пожалуйста, остановитесь, Вазу. Рика, не подходи. Я слышала, что ты потерял память. Но я искренне рада. Мне нужно избавиться от тебя до того. Ты что-нибудь вспомнишь. Хозяин, что вы планируете делать? Марук, где ты научилась подслушивать разговоры? Извините, я проверяю телескоп. Марук, стой там. Останься хотя бы на последнем мгновении жизни. Почему, владелец? Ты не серьезно. Как будто я позволю тебе всему этому закончиться в таком месте. Я заставлю вас отпустить нас, даже если вы примените силу. Я отпущу тебя после того, как вы перестанете двигаться, то есть. Выбираю нет. Я должен сражаться. Да ладно, она босс? Серьезно? Серьезно? А
Рэк, ты можешь нормально как бы это? ХП. Рек. Ага, нет, бегу. Запись хоть идет? Идет. Sharper. What? How did she get so close all of a sudden? So, I see you breathe and blink, even though you're just a mechanical doll. That means you too are likely to be hunted by beasts. That thing of yours. What happens when it hits something? Let's test it out on this brat. Oh my, incredible, isn't it? It blasts straight through. I've never seen a weapon like this before. Irredeemable! You're irredeemable, Ozen! Huh? What's with your arm? Is something embedded in it? Oh, these? They're called the Thousand Men Wedges. I inserted them at 120 points or so all around the body. They're the secret to my vigor. For as much as you criticize me, you're quite superhuman yourself, Ozen! Well, I am attentive to such things. I'm getting on in years, after all. These are the last moments of your life. Enjoy them. The rebound from shooting the incinerator. I have to fight back. What happened? You look rather limp all of a sudden. No, my consciousness is fading. Да, Ozen, конечно, да. You're so noisy. If you think he's so precious, you should have kept him locked away. For some reason, he went limp all of a sudden. It's fine though, right? Sooner or later, you'll revert back to being a piece of meat anyway. I didn't descend into the abyss because I hope to live a long life. Even just a little longer is okay. I can't bear it if it's not together with Reg! Please, Reg, don't give up! А Рек в отключке, как бы. Он же сказал, что два часа он будет в отключке. You two aren't cut out for it. Это ГГ или это по сюжету? What happened? He woke up! He is awake. Is he broken? Reg! What's going on? Rico! You actually moved! Reg! Reg! I'm sorry, Reg!
Ну а что ж ты так допустила, чтобы Озан его покалечил? Хотя она ничего не могла сделать, так что... О, этот тоже сейчас плачет. О боже, Озан заставила еще раз плакать. Бедняжки. Кто, черт возьми? Вы, ребята? Вы имеете в виду нас? Мы подземные бандиты, отряд пещерных рейдеров Озан. They're a bunch of good-for-nothings with nowhere to call home. Это кучка бездельников, которые ниоткуда. Взялись домой на поверхность. Им сказали держаться подальше, но Марлук позвала их сюда, понимаете? Я маленькая девочка, которая только и делает, что подслушивает или слушает. И механическая кукла, которая стреляет из своей руки, не думая, несмотря ни на что. Раньше он терял сознание. Хотя эти двое даже не приняли ни одного правильного решения. Так, ты предприняла лучший план действий, чтобы спасти своих друзей. Это мой ученик. А ну, господин, в качестве наказания... В качестве наказания за неповинное моим приказом... Вяжу тебя до гола. Будь готова, Марлук. Короче, подвесит голошок. Нам сказали, что оставаться в тени, пока... Нам сказали оставаться в тени, пока двое детишек здесь. Но... Все продолжалось трястись. Затем ребенок начал рыдать, бросился к нам. Это правда? Марлук, прости. Это в порядке. Я знаю, вы сказали, что хотите проверить ребенка Лайза, действительно? Действительно переусердствовала? А что ты имеешь в виду? Как это звучит? Ты хотела сказать, что все это просто какое-то испытание? Я готовилась серьезно. Я говорила серьезно. Если бы я не сделала все возможное донести свою точку зрения, не так ли? Знаешь, я ненавижу глупые трюки. Тогда эта штука про избавление... Бездны была. Конечно. Я бы этого не сделал. Ты просто оказался слишком крепким, понимаешь? Как сколько я тебя... Не била, сколько я тебя... Не упила, ты не ломался. Так что все больше... Все больше и больше вникал во что-то там. Как? Непоправимо. Первобытные существа, стелющиеся в глубине части бездны, намного хитрее и сильнее меня. Если ты останешься таким, ты не сможешь защитить эту девочку. Рэх. Итак, я вас немного
потрепал. Если вы продолжите двигаться вперед на своем пути, вы просто закончите плавание. На своем что-то там вы просто закончите плохо едой или маленьким что-то там. Или ты будешь просто пятном на земле. Или стеной. Хотя нет никакой гарантии, что ты не окажешься в таком состоянии, пока я пытаюсь привести тебя в порядок. На сегодняшнем уроке все, отдохни. Да, спасибо большое, Зум. Когда будете готовы покинуть этот лагерь искателей и подойдете к краю бездны, я буду ждать там. Понятно. Так, друзья, нам надо... Не, хотя нам не надо заканчивать. У нас только 36 минут идет. Серия. Так, ну, давайте походим здесь. Мы особо здесь не походим, да? Да, конечно, Рек реально бесполезный. Он ничего не может. Так, выйти на улицу. Давайте мы еще посетим гигантский телескоп, друзья. Мы здесь не были. Круто. Так, давайте, выйти на улицу. Поехали. Так, продолжаем. Так, взять. Так, друзья, а у нас как бы есть охранка? Так, давайте мы починим сломанный этот. Хорош, всё. Пошли. Вот, надеюсь, что игра все же до четвертого уровня. Хотя бы до моей любимой на ночь. Рек, ну зачем? Так, хорошо. Поехали. Мы здесь. Оставайтесь здесь живым. Оставайтесь здесь в живых 10 дней. Это обучение выживанию. Вы готовы? Да. Да, готовы. Ты тоже готов? Да, правда, Рэй? Да, без проблем. Это место находится где-то за лагерем искателей, далеко от бездны. Так что сказать, на внешнем краю бездны. Здесь нам не придется беспокоиться о том, что кто-то там нападет на пещерных рейдеров, я так понял. Понятно. Возможно, из-за того, что совет светового поля не достает здесь, большинство существ в этом районе ведут себя пассивно. Вернее, проклятие. Несмотря на это, они могут видеть в темноте, так что будьте осторожны. Ну, тогда я возвращаюсь, а? Я уже говорила тебе. Это тренировка на выживание. Пока можете прожить здесь 10 дней, используя только оборудование, которое у тебя есть. Еще кое-что. Убедитесь, что вы не выходите за пределы этого места. Я расцениваю это как попытку побега.
Понятно. Теперь сделайте все возможное, чтобы защитить эту девочку и не превратилась в труп. Давай сделаем все возможное, Рэг. Нам нужно быть осторожным. Да, давай сделаем это, Рэг. Так, ну и вот, друзья, началась, так сказать, игра на выживание. Так, тренировка вызова, выживание, соберите 5. Хорошо. Так, добро, ну что ж, поехали. Так, и снова у меня перегруз. И что же у меня такое в перегрузе? Камни. Так, сейчас, друзья, секунду. Так, что мы можем еще выбросить, чтобы у нас, так сказать, перегруза не было? Можем еще, чтобы винты пускай вот были. Солнечные сферы. Так. Ну, в принципе, все. Я думаю, так, где наша кирка? Наше оружие. Хотя мы можем где попробовать с вами наш типа наш топор. Так. Так, давайте мы знаете, друзья, что еще сделаем. Бинты себе сделаем. Бинты у нас будут вот тут. Во, красота. Так, тренировка на выживание, хорошо. А, я забыл, что эти так могут. Так, сюда не лезь, да? Сюда плохо. Да, сюда плохо. Мы с вами, друзья, ничего не будем такого собирать, а то у нас может быть, как всегда, перегруз. Так, давайте порыбачим. Удочка. Ух, хорош. Давай. Так, ладно. Порыбачили хорошо. Так, что у нас еще там по заданию? Квесты. Удалить. Гимнастический лист. Это какие? Это вот эти в смысле? Да, это вот эти вот листы. Добро. Так. Главное не наступать на вот эти вот. Так, добро, все.
Что у нас там дальше еще по квесту? Так, сделайте топор из собранных материалов. Что? Так это же мы сделали. Так, все, я полагаю, можно... Ай-яй-яй-яй-яй, боже. Так, бинтик. Не, мы можем, конечно, здесь еще задержаться ненадолго, но... И главное быть внимательным. Вот, мы, конечно, можем здесь все пособирать, да, так скажем. Так, ну я думаю, мы выполнили все требования, которые от нас были, которые от нас требовала Озен, так что... Так что я думаю, мы можем уже возвращаться, да? Так, а что мы еще не собрали? Рэг, и тебе нормально, да? Рэгу нормально. Так, а что мы еще не сделали? Сделайте топор. Ну ладно, давайте скрафтим еще раз топор, как бы. Нам что, блин, нам не сложно. Так, создание оружия. Создание. Предметы оружия. Топор. Твердый камень. Надо же. Вот эти твердые камни, да? А зачем ты... Вот, у нас просто сейчас, наверное, опять будет перевес. Сейчас ждем, пока проклятие спадет. Так, хорошо, я не знал об этом месте. Вот смотрите, вот это. Вот видите, какое неприметное существо. Так, еда, создание, предметы. Блин, нам нужно, я думаю, солнечная сфера нам нафиг не нужны, поэтому я думаю, мы их выбросим, как минимум две вот эти вот солнечные сферы мы выбросим. Но они нам реально не понадобятся. Oh.
А, у нас еще и там есть. Так, Рек, не бубни, давай пойдем. Твердый камень. Вот. Так, а здесь мы не были или были? О, как я удачно прошел. Так, мне нужен еще один твердый камень. Как же мне плохо видно вот эти вот. Так, ладно, давайте спуститься. Твердый камень, все. Нам надо было два твердых камня, так что можем скрафтить, в принципе, себе еще это оружие. Топор делать. Я, правда, не понимаю, зачем нам два топора, но будет два топора. Нам предстоит долгий путь. Да, давай сделаем это. Все возможно, Рик. Как дела? Рика, безусловно, отважна. Но ее тело не справляется с тем, что она хочет делать. И этот мальчик, Рек, он действительно может выдержать все. Он постоянно теряет самообладание и медленно принимает решение, несмотря на то, что он механическая фигура. Они такие беспомощные. Так, используйте удочку, чтобы словить рыбу. Так, хорошо, это нам надо назад. Рек. Где еще эта хрень? Вот она. Так, все, пошли дальше. Я ж тебя замочил. Рек, хватит ежов. Да, я думаю, предфинальная серия у нас выйдет длиннее. Так, что у нас по квестам там? По квестам. Нам нужно использовать удочку, чтобы поймать рыбу, приготовить еду из собранных ингредиентов. Обследуйте долины. Так, ну это хорошо. Зачем я взял перевязку, я не понял. А, удочка. Ждем. Так, добро.
сделали. Далее, приготовить еду. Лады. Что у нас? Создание. Что мы можем сделать с вами? Вот это бы я бы хотел сделать, но нам надо рыбу поймать еще. То давайте мы. Так. О, уже вижу. Hey, Rico, are you ready to go? Рэк, не мешай, видишь, я рыбу ловлю. На нас это не очень хочется так ловиться, так что давайте вот это попробуем. Не обращайте баги озера, там как бы, да. Так, как у нас уже серия, друзья, идет с вами. Так, у нас с вами уже почти час идет серия. Так, у нас с вами ни на что не хватает. Вот, вот это, конечно, хотел, друзья, приготовить сейчас. Где там она была? Вот это, но... Hey, Rico, are you ready to go? Hey, Rico, во. Are you ready to go? Of course I'm ready. Oh. Печень, нам нужно мясо, да? Ву. Сделать. Так, хорошо, с этим мы справились. С этим мы, друзья, справились. Дальше, что у нас по квестам? Так, удалить условия на длинный... Убить или удалить? Да ладно, за дело. Да, я так чувствую все бинты про это. Так, воздушный шар. Так, а что там нам надо сделать? Охота на третьего любого типа чего-то там. Так, друзья, я думаю, наверное, мы уже продолжим с вами в следующей серии все же. Вот, я, наверное, две серии сразу запишу.
Так, давайте возьмем мою кирку. Рек, зачем? Или ты... Так, я думаю, нам надо для этого туда спустить наш лифт. Так, ну давай, показывай, что ты можешь. Он сейчас атаковать будет. Так, еще трое таких. Давай. А ну, Рэк, да я. Ну ладно, помоги мне. Нормально. Так, в итоге обстрел долины. Так, это нам надо долины чего обследовать? Эй, когда побыстрее. Да. Загрузка у нас 409. Ну, давай повторить попытку как бы. Так, нам нужна подзорная труба, да? Так, теперь нам надо победить этих три. Рэк, иди сюда. Я этого, ты этого. Хорош. Так, и последнего давай с тобой добьем. Фух, хорош, друзья. Так, ну, друзья, я думаю, давайте мы на этом закончим. Сейчас давайте мы с вами запустим. То используйте удочку, чтобы... А, мы это еще не сделали. Ну, ладно. Изначально типа здания.
Не надо, Рек. Вот это не надо делать. Я же сказал. Дай-ка, давай, удочкой. Так, ну давайте поймаем рыбу, приготовим на это еду. Две сразу, да? Так, хорошо. Дальше что у нас там? Приготовить еду надо, да? Создание. Сделать. Недостаточно материала. А, ну все, справились. О, я думаю, что мы наконец-то на полпути. Так. Да, так держи, Рико. Или стало лучше? Не могу сказать. Будто незрелое тело или слабое что-то там. У них не будет реальных изменений в этих областях. Все еще, как вы и предсказывали, они добились огромных прогрессов в том, что... В чем они хороши. В конце концов, их двое, так что лучше всего научиться полагаться друг на друга. Так, удалить условия хорошо. Вот, я думаю, друзья, мы этим займемся в следующей серии. Вот, у нас, в принципе, когда автосейв был, у нас автосохранение было... Так, ну давайте, мы знаете, что сейчас еще сделаем? Мы сделаем... Оборудовать? Вот. Сохранить, так скажем. Потому что мы давно уже с ними сохранялись. Сохранился мы аж. Вот. И на этом, друзья, я буду заканчивать. Вот, встретимся с вами в следующей серии. Я запишу две серии подряд. Закончим эту игру. То есть сюжетную линию. Вот. И все. На этом, друзья, все. Всем большое спасибо за внимание. Всем удачи и всем пока. До новых встреч.